Житель Мелитополя пытался вывезти из Крыма незадекларированные гироскутеры и электросамокаты общим весом почти 800 килограммов. Нарушение выявили и пресекли сотрудники таможни на границе. Во время досмотра за фанерной стенкой в салоне микроавтобуса пограничники обнаружили 59 гироскутеров и 12 электросамокатов в заводской упаковке. Мужчина пояснил, что гаджеты приобрел в интернет-магазине на общую сумму более 5000 долларов. Эти товары предназначались в качестве подарка родственникам и друзьям. О том, что они подлежат письменному декларированию, мужчина не знал. Товар изъяли, а гражданину Украины теперь грозит штраф в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости товаров с возможной их конфискацией.